Всем привет, с вами Наташа, рада вас приветствовать на своем канале. Ну что, меня давно не было, ну, потому что не о чем хорошем говорить. Что у меня с ушами? Все как и было, зашла к другому врачу, я думала, это там другая врач будет хорошая, я ее не увидела. Короче, наверное, человек уволился. Был совсем другой врач. Вот, лечение, закапывая уши, пароход. Я говорю, пароход могу я делать сама, у меня дома это с спринцовками, сказали, не клизма, а спринцовка. Спринцовка у меня есть дома, я сама себе это делаю. Не знаю, меня больше закладывает, чем пробивает. Вот, ну и сказала через неделю показаться. У меня заболела Маша. Получается, видимо, это или вирусное, или вот в школе много детей заболело, вот как они все соединились. Не знаю, короче, заболела хорошо так, 38,5 температура была, горло, сейчас кашель, но... Мы, это, уже было легче. Вчера как бы нормально, мы уже справку взяли, что в понедельник пойдем. Вот сейчас ехать картошку копать, ну не из-за этого. Я вчера вечером, кстати, она уже кашлять стала опять хуже. И сейчас кашлять хуже. Она говорит, горло утром побаливало, хотя уже горло не болело. Короче, еще антибиотика напьет. Все, я последний день. Посмотрим. На поле я ее не беру. Сегодня мы копаем картошку. Сейчас одевается Антон, еду с собой собрала. Игорь уже поехал. Выходи, выходи. Игорь уже поехал на мотоблоке. Там он с прицепом мотоблок. А мы с Антоном поедем на машине. Первый раз еду на эту картошку. Но, если честно, Игорь сказал, уже все почти вытряхнули. Мы еще один человек, наверное, остались на поле. Картошка, говорит, не супер. Короче, он сказал, что это, видимо, последний год, как мы садим на поле, которое колхозное. У свекрови на огороде неплохая картошка родилась, он же ее там опрыскивал от сорняков. Вот он говорит, если что, для себя, для того, чтобы пораньше, вот молоденькой, будем сажать на втором огороде. А на поле уже садить не будем, потому что каждый год, говорит, или поле такое выбирают, или что, она плохо родит. Вот не только у нас. Поэтому сейчас поедем, он вытряхнул уже, заплатил 30 рублей, хотя это включается в стоимость посадки, обработки и вытряхивания. Но, не, конечно же, никто ради нас двоих не поехал, там, получается, нас двое осталось. И до этого Игорь был спрашивал, будет везти машина или нет, они сказали, машина в ремонте. Поэтому там трясет частник, вот 30 рублей за то, что он вытряхнул для нас, и будем сами собирать. Даша сейчас, подготовка у нее, она в школе к экзаменам, поэтому мы троем. Вот, может, Даша придет после обеда, еще, может, Дашу возьмем, так, чтобы, получается, парами мы были. Антон с Дашей, а я с Игорем. Надеюсь, за сегодняшний день мы картошку уберем. Все, так что сейчас поедем на поле вместе с вами и увидим, что там творится. Ну все, мы приехали на поле. Игорь, всем привет. 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 Вот такой у нас... Поле для людей дали, как я понимаю, посадить. Ну что, картошка никакая. Это у нас 5 соток до самого леса. Я посмотрела. Ее, наверное, будем собирать в одно ведро. Здесь крупной нету. Все, еще такой картошки, чтобы даже крупной не было выбрать. Я не знаю. На втором огороде картошка намного лучше. Сейчас в ведрах посмотрим, что он тут сортирует. Это типа у тебя крупная? Семенная. Это семенная, мелкая, а крупная. Крупной нету. Две есть. Две есть. Короче, это просто... Это просто. Еще 30 рублей за вытряску. Это просто кошмар. Ну и вот как людям садить? Это просто издевательство. Мало того, я струю фитофтора поела. Вот она. Видите? Все, я взяла хусточку. Сейчас оденемся и приступаем. О, о. Мышка. Ой, снимаю я там, снимаю. Мышка. Махонькая. Махонькая. Испугалась. Покажи. Ой, да помойка. Маленькая мышечка. Ты меня накусает. Кусает? Да. Хорошенькая. Маленькая. Такая красивенькая. А хвостик маленький. Обычно же эти полосатые, которые на поле. Специально. Специально полевая. Пригрелась, глянь, уже все. Привезем для котов игрушка. Вместе будут спать. Потом кролику шею перегрызет и все. Играй все оттуда. Картофанчик.
все. Еще далеко. Погоны. Сейчас за шиворот залезть. А такая лодочка. Тихо. Сейчас фокусирую. Вот где я не вижу. Такая хорошенькая. Села. Все на плечо. Пригрелась. Люди уже собрали. Видите? А мы с мышкой играемся, да? Уже собрали. Мы вот столько только собрали. Нам еще далеко. Картошка никакая. Куда деваться? Работаем дальше. Ну все, закончили. Мы приехали с Антоном в 11. Ну, Игорь тут, получается, чуть-чуть вы видели. Он разгрябывал вот это всю траву. Ой, ну сколько мешков, Игорь, получилось? Ну, сейчас будем грузить, посчитаем. Картошка, конечно, это самый, наверное, худший. А не, еще один был год худший. 12 мешков где-то было. С 10 соток. С 5 соток, ну, где-то у нас, получается, мешков, наверное, 25-28 будет. Посмотрим. Все, он меня обманул. Сказал, что это до конца леса. Вон еще до конца леса сколько. Тут еще не все. Это, получается, на две части разделено поле. Вот тут вот такая трава была. Получается, раньше, когда мы садили, колхоз садит, потом окучивает, обрабатывает от травы. Не знаю, от жука обрабатывал или нет. Скашивал и вытряхивал. Все вот в эту стоимость входило, что мы платим. А в этом году они просто посадили и больше ничего не делали. Подошел к нам мужчина и сказал, что трактора ни одному не выпахал, ну, не вытрях картошку, все платили частникам. И скашивали люди тоже платили. Ну, Игорь прошелся триммером, скосил. Вот такая трава была. Вот. Но когда вытряс, он говорит, прям бугры этой соломы, все засыпано. Поэтому он тяпкой все поразбирал, чтобы видно было картошку. Все. Так что накопали. Даша с Машей дома. Дашенька пришла, там у нее занятия были. Я говорю, уже детка не едь. Она довольна. Ну, Маша, надеюсь, еще сегодня день и завтра. Может, легче станет. Что-то вот вчера съездили в поликлинику, кашель хуже стал. Прям я расстроенная была. Вот столько больных детей. И сидели дети, и родители говорят, температура есть, а не знаем почему. Даже сидели без каши, без ничего. Знаешь, что-то такое опять гуляет, не знаю. Все, пойду сейчас загружать, завязывать сначала, потом загружать. Не знаю, сколько крупной. Мы, получается, крупную отдельно не отделяли. Это первый год такое. Крупную семенную мы складывали, а мелкую отдельно. Вот потом Игорь говорит, я переберу именно крупную с семенной. Ну, нам на 8-10 мешков надо на семью на зиму картошки. Надеюсь, будет. Если что, семенную будем есть. Но это получается сколько? Он заплатил 80 рублей за посадку и 30 за то, что вытрясли. 110 рублей. Это белорусские рубли. Доллар у нас 3,2. Евро, ой, не помню сколько. 3,5, наверное, уже евро. Ну, вот из этой валюты можете на свои переводить. С российским не знаю, там курс по-разному и с гривнами. Очень большая разница покупка-продажа, поэтому я не могу вам сказать точно. Можете в конвертер валют закинуть и увидите, сколько у нас будет стоимость. Получается, если бы не вытряхивали платно, то 80 рублей. А если б это... Ну, вот заплатили 110. А еще, Игорю, работники напрашивались. Работники обычно 25 рублей или мешок картошки. Плюс еще кормежка. На курево он им давал и на бутылку. Но в этом году удивительно, как бы справились. Вот с 11, сейчас 4. До 5, думаю, уже приедем домой. О, я рада, что мы управились. И рада, что в следующем году он садить не будет. Но сказал на втором огороде. Посмотрим. Чтобы у нас был бы еще этот для мотоблока фреза, было бы вообще замечательно. А там только плуг. Ну, ничего. Картошка в этом году вроде он копал неплохая была. Его напрыскивал от травы. Тоже он довольный такой. Поэтому, он говорит, у других фитофтора поела все черное, картошку. А у нас, говорит, не знаю, может, то, что я опрыскивал, говорит, нормальная вроде. Фитофтора не подъела. А тут вот тоже копали, фитофторы хватает. Подъеденная картошка фитофторы. Но парши нету. И по реку их где
пронизывала. Но не сильно. Проволочника, слава богу, нету. Один раз было так копала картошку, что не у нас, когда еще в первом браке была, то прям проволочник. Она и на торфе вроде была черная вся. И проволочник аж кишил с этой картошки. Все. Пойду в машину. Сейчас они... Игорь на мотоблоке с прицепом. Деловой, говорит, ехал сюда 25 минут. Ну, говорит, интересно так получилось, говорит, ехать. Понравилось ему. Ну, короче, играется, как ребенок. Пойду в машину сяду. Они уже будут грузиться. Покажу. Скажу, сколько получилось. Так, Игорь посчитал. 22 мешка. Это очень мало. В прошлом году с 10 соток было 60. Самый большой у нас был урожай 90. Ну, да это давновато. Так что даже 30 нету. Это хуже, чем в прошлом году. Но вы видели, картошка капец. Мелкая просто. Чтоб чуть крупнее было, было более-менее. Вот Игорь сварил прицеп, вот приварил сиденье. Тут что-то тоже делал, подставочка для ног, деловой. Так что сюда погрузим и еще не машину. Сейчас погрузим, может быть, получится за один раз и все забрать. Все, так что сейчас будут грузить. Я, наверное, вся черная. Игорь смеется, говорит. Я говорю, что красная, он говорит, нет, черная. Так что не знаю. Я даже не вижу, против солнца снимаюсь. Я. Вот такая красотка в кусточке. Поехали. Ну, посмотрим, сколько у него получится загрузить мешков. Уже позагазывали. Поехал. Скорость, конечно, я не знаю. Пешком идти, а довольный. А довольный, говорю, папа. А? Папа, говорю, такой довольный едет. Так, ну что? Паузу. Давай. Обогнали, папа. Так. Ну и мы 4 мешка в машину. Еще на поле осталось. Не получилось за раз. Ну все, Игорь поехал еще за второй партией. Мы же с Антоном пошли домой. Он в ванну, и я смотрю, нос черный, там все черное. Короче, ждем очередь на ванну. Все, так что миссия выполнена, картошка выкопана. Надеюсь, что это уже последний год. И Игорю не стрельнет на следующий год опять ее садить. Это кошмар. Проще всего это ее купить, выбрать крупненькую, все. Пишите, как вы, какой у вас урожай, как выкопали картошку, у кого какая. В Беларуси жарище, конечно, была, вот типа выше там вообще мелочь, там пониже чуть покрупнее пошла. Вот, поэтому Добрый хоть и так что-то вродила, но земля, конечно, песок. Все, на этом видео заканчиваю, буду кормить Машу, потому что без меня даже покушать никто не поел. Дашенька покушала, а Маша не ела, вот сейчас буду кормить. Все, спасибо, что заходите, не забывайте. Извините, что редко снимаю, но, говорю, болеем. Стрения нет, ухо заложено, то откладывает, то закладывает. Я не знаю, что с этим ухом. Опять талон взяла на потом, потому что у меня пятницу не получилось ей показаться. Ну, если честно, такое лечение пришла, она там с кем-то параллельно разговаривает. Ходите на процедуры, делайте пароход. Ну, и капли вот эти... гормональные дала. Думаю, тоже гормональные сильно не буду закапывать долго. Вот где-то 3 или 4 дня покапала и все. Потому что толку я от них не вижу. Что от антибиотика, что от капель. Мне кажется, там в середине в ухе жидкости, ее надо откачивать. Она сказала, это давление. Надо вот этот пароход делать. Но я читала в интернете, что пароход это делаешь, как бы там это сплющилась эта трубочка, ее как бы... вот так пароход делаешь, и она раз и раскрывается. Ну, у меня что-то не раскрывается. У меня наоборот, как будто она схлопывается. Но она посмотрела, сказала, вот эта перепонка втянута. Это, говорит, нормально, это втянуто. Ну, не знаю, пароход делаю. Думала, раньше талончик взять на понедельник у нее. Это забрали все военкомат, поэтому на пятницу у меня талон. Пойду к ней. Ну, а может, оно само пройдет. Простуда прошла, думаю, по чуть-чуть оно и отойдет. Сказала пить финкарол и каплю в нос, сужающие сосуды. Все, на этом заканчиваю свое видео. Вы тоже не болейте, потому что сейчас опять какая-то волна пошла. Всем здоровья. Всем, кто за меня переживает, спасибо большое. Все, всем пока.